дружили вы, когда играли за «Спартак», больше с Мостовым и Шалимовым, а работать вы стали со Станиславом Черчесовым? То есть слишком был в себе уверен и хотел показать, что я уже все умею, все могу? Вы да, а партнеры? Все, что ты здесь делаешь, это шайзе. Всем привет! У нас продолжается проект «Не один дома». И сегодня у нас очередной виртуальный гость, трехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер вратарей сборной России, тот самый, который сделал нужные подсказки Игорю Акинфееву в той самой знаменитой серии пенальти с Испанией, Гинтер Стаучи, который сейчас находится в Литве и делает примерно все то же самое, что и мы. Гинтерс, добрый день! С чем вы заняты в этой непростой ситуации? Четыре стены, вижу окно. Да, как и все, у нас карантин уже 16 марта, так что стараемся быть дома. А вы вообще не показываетесь на улице, получается? Нет, показываемся. Мы живем в лесу, и есть места, где можно походить, и, конечно, раз надо съездить за едой. То есть с какой регулярностью вы это делаете? Раза в два? Один раз ездили за две недели, но, как говорится, одеты все. В перчатках, в маске, в шапке. И, как всегда, надо приспосабливаться к этой ситуации. Такой ситуации, по-моему, уже 75 лет не было. Да. Я, кстати, хотел вас спросить, а была ли у вас вообще в жизни более, ну, назовем так, нелепая ситуация, чем эта? Вот как бы с чем-нибудь еще? Ну, если честно, такой ситуации вообще даже представить невозможно было, что сейчас... Надо бояться людей. Это только в голливудских фильмах ужасов это смотрели, а сейчас уже все наяву. А вы смотрите фильмы сейчас хоть какие-то? Или книги по-прежнему предпочитаете, судя по вашему интервью? Не, я телевизор не люблю смотреть. Я сейчас читаю спортивные книги, конспектирую тренировки, теорию конспектирую. Так что есть чем заняться. Если полевым игрокам, ну, приписывают в клубах, видимо, в сборных, там тоже какие-то инструкции, да, как поддерживать себя хоть в какой-то форме в этой ситуации, а что делают вратари? Какие вы можете давать им только советы, рекомендации? Что им об стенку мяч дома кидать? Что, как не потерять вот этот навык? Ну, я общаюсь с вратарями, но у них они программу получают от своих тренеров в клубах, так что я туда не вмешиваю. Они все работают по программе клуба. Ну, а вы, у вас какие-то простои в карьере бывали же, там и травмы у вас были, вы-то как выкручивались, когда, какие первые рефлексы-то начинались? Ну, это же несравнимо. Тогда все могли на улицу выйти и тренироваться, сейчас ты должен дома сидеть и что-то новое придумал. Теннисным мячиком стенку кидать и реакцию тренировать. Там упражнений много можно придумать, только оно не то, что можно сделать на поле. Вы как-то в интервью говорили о своей долгой, не в одном интервью, говорили о своей долгой адаптации к Москве, когда вы только переехали из Литвы, совсем еще молодым игроком. Как что вам приходилось скучать и по Литве, и по своему дому. А сейчас у вас нет обратного ощущения, что вы скучаете по поездкам в Москву? Вот оно начало уже к вам подступать, уже вот это ощущение, что... Не, ну тогда разница большая была. Я молодой, первый раз далеко, все равно языка хорошо не знал. И в таком большом в городе, я сам-то с маленького города, у нас тогда... В те времена там 60 тысяч людей было, почти всех можно было знать в лицо, уехать в Москву. И самое главное, еще за городом в Тарасовке, где вообще от города далеко, и полгода там жить, уехать в Москву только на электричке, метро. Такое метро первый раз я увидел в Москве, когда в сборную приехал. Сами подумайте, для... молодого человека так быстро поменять все не так просто. А потом, когда вжился, все уже привычно было, и сейчас все привычно, нет у меня разницы. Но у вас побросало тоже хорошо потом. Вы провели же судьбоносный матч для себя, можно ли так его назвать, когда Галатасарай «Спартак» обыграл в Лиге чемпионов 2-1 на выезде.
Вы там очень удачно сыграли, получили первые предложения зарубежные. Я потом общался и с тренером Галатасарая, он немец. И они за мной следили не только по той игре. Они уже за мной следили и в чемпионате. Вы, кстати, в Греции бывали в отпуске хоть раз с тех пор, как вы там играли? Потому что много ужасов у премьера показывали. Ни разу. Нет. Это из-за того, что такое неприятие было после игровой карьеры, после того, как вас обманывали там? Не могу сказать, но, если честно, я особо туда и не тянуло. А куда тянуло? Так мне нравится Германия, Австрия нравится. Ну, видите, я нашел, вы в запасниках у себя вот это вот специально для вас. Я напомню, что Гинтер Стауче 3 сезона сыграл за Дуйсбург. Тогда клуб играл в Бундеслиге, то эти 3 сезона. Это был очень высокий уровень, и Гинтерс не просто там находился, он в нем играл. Но у вас был, по-моему, экзотический очень тренер, Вольфганг Франк. Вы сказали, что несмотря на то, что команда его так и не приняла, вы для себя очень много тогда почерпнули, может быть, как для будущего тренера. Это так? Да, потому что первый раз встречался с таким тренером. Мы собирались в 7 утра на базе и сразу шли на поле, занимались теннисными мячами, летающей тарелкой. Это называлось активация, просыпание. Потом шли завтракать всей командой. После завтрака 2 часа сидели и смотрели тактику 4-4-2. После этой тактики шли переодеваться. Еще почти 3 часа занимались на поле. Из них 1 час просто делали тактику. Везде были фишки разложены, и каждый должен знать, куда бежать. Но все это делало шагом, стоя, возвращаться. Еще 2 часа с мячами там упражнения. Потом было 2 часа пауза, мог ехать в город покушать быстро. И еще вечерняя тренировка тоже где-то 2-3 часа. И дома приезжал в 9, потом опять в 6 утра встаешь и ездишь. Но от него очень можно было для себя полезного почерпнуть. Единственное, что было, это раз плохо, это непривычно. И очень много. И один игрок известный, который поиграл в хороших клубах, просто один раз не выдержал, утром не подал ему руку. На собрании он начал всей команде рассказывать, что так нельзя. Но этот игрок не выдержал, сказал, что все, что ты здесь делаешь, это шайзе. И взял, и ушел, и расторг контракт. То есть получается, что человек один встал и сказал, что это шайзе, а вы в тот момент поняли, что что-то все-таки в этом... А это как ты воспринимаешь, если ты хочешь что-то нового подчеркнуть, ты стараешься. Вы говорили где-то во всем еще, когда играли, еще только со Спартака, даже еще из Спартака еще не успели уйти, что вы постоянно работаете над устранением недостатков, но говорить о них не будете, пока их не устраните. Ну зачем признаваться нападающим соперника, в чем проблема? А сейчас вы можете рассказать, какие у вас лично, как у вратаря, были проблемы и как вы от них избавились? Ну, самая большая моя проблема была, что я очень много всего хотел. Вот это самая большая моя проблема. Я по натуре перфекционист. Так. Вот это мне и очень сильно мешало. Я всегда хотел все сделать на 100%, даже больше, и не воспринимал даже малейшие ошибки. Вот это моя самая большая проблема. И кто вас отучил от этой дурной привычки стремиться к идеалу? Да, это я сам понял после того, когда сам уже постарше стал и сам начал тренировать. Вы, опять же, однажды сказали, что большими вратарями становятся те, которые «alles können», как немцы говорят, которые могут все на поле делать, абсолютно все. То есть у них должна быть равномерная хорошая игра руками, обеими ногами, чувство позиции, атлетизм определенной степени должен быть идеальным, да, для движения. Есть сейчас такие в России? Ну, конечно, есть, но всегда надо смотреть в долгую, потому что фанаты любят сразу, если пару игр сыграли или сезон, сразу уже начинают его видеть самым лучшим, без него уже футбол
провалится. А наоборот, надо давать им и играть, надо давать им совершенствоваться, надо давать, чтобы они ошибались, потому что первый год это бывает очень хороший всегда, второй уже тяжелее, а третий, четвертый это уже показывает на самом деле какого уровня это вратарь. Сейчас вот так вот неожиданно на нас свалилась история с пандемией. Все чемпионаты остановились, чемпионат Европы нам перенесли, к которому мы готовились. Нет ли все-таки у вас сейчас ощущения, вы скажите, если я не прав, что стопроцентно не было первого однозначно номера в сборной России на данный момент? И что вот эта ситуация, что год еще до нового турнира позволит вот тем, кто у вас сейчас есть под присмотром, да, те, кто у вас есть в обойме, позволит кому-то еще как-то себя проявить дополнительно, чтобы вот эту ситуацию решить? Ну, мы всегда смотрим не только за теми вратарями, которые у нас в обойме, мы смотрим и за другими вратарями. И чемпионат перенесли на год, это значит опять как новый сезон. А там надо смотреть, что как будет развиваться. Так что трудно сказать, это поможет или наоборот ухудшит. Планирование всегда в долгую это бессмысленно. Кто думал, что весь мир будет сидеть дома? Это никто не мог даже предвидеть, даже в страшном сне не мог. То же самое и здесь. Невозможно смотреть, что будет через год. Нельзя думать, даже знать, что будет через месяц, потому что в спорте, сами знаете, и травмы, и все что угодно могут случиться. Как вы планировали две серии пенальти с Игорем Акинфеевым на чемпионате мира, которые едва не довели сборную России до полуфинала? Вы что, действительно изучали манеру каждого бьющего испанца и хорвата, какие только были? Ну да, мы не только пенальти, мы вообще бы скрупулезно все смотрели, как они атакуют, как исполняют стандарты, как бьют пенальти, как бьют штрафные. Это очень скрупулезная работа. Так что я просмотрел каждого игрока, даже который никак не попадал в состав. А потом уже с Игорем сели вдвоем и смотрели, и решали, как-то высматривали. Это только не по одному моменту. Каждый пробивал где-то по 10 и смотрели, какой угол ему удобно, как он подходит. Если так подходит, значит, вот туда больше будет бить. Если по-другому к мячу подходит, значит, бьет туда. Вот так и готовились, потому что ты соперника должен изучать скрупулезно, чтобы потом в игре не было так, что он это может, что ли, а он это делает. Но последний удар в серии с Испанией Аспас пробил так, что я не знаю, читалось это заранее, не читалось, просчитывалось, можно ли это было подготовить, вот эту кошачью лапку, которую потом все восхваляли и продолжают это делать до сих пор, Акинфеева, когда он ногой уже улетая успел этот мяч зацепить. Это пластика, это он специально пластался под этот мяч, потому что успел среагировать? Мы смотрели Аспаса, и он бил от вратаря в правый угол. И Игорь, зная это, он не прыгал заранее уже туда, а постоял и прыгал, успел ногой сыграть. Вы рассказывали в своих интервью, что дружили вы, когда играли за «Спартак», больше с Мостовым и Шалимовым, а работать вы стали со Станиславом Черчесовым в итоге, когда стали тренером. Вот нигде я что-то не смог найти вот детали, почему именно вы с ним совпали, почему вы с ним именно сошлись и стали работать так, что уже больше 10 лет уже вместе. Мы со Стасом всегда общались, потому что у нас одна профессия – вратари. Общение не пропадало даже, когда он уехал в Германию, а я уехал в Турцию. Мы всегда поддерживали связь. Не так близко, как все думают, что это… Но всегда поддерживали, созванивали, спрашивали, как дела, поздравляли, когда хорошие игры были. Так что у нас связь всегда была. Это не то, что мы вообще не дружили. Когда к Черчесову обращаются за комментарием по вратарям, он всегда говорит, это к Стаучи, вратарями занимается Стаучи. Ну неужели вот он со своей высоты опыта и того, что он тоже был вратарем, он ни разу никогда не принимает участие в окончательных решениях? Ну, у нас есть тренерский штаб, который отвечает за каждый за свою работу.
Если старший тренер еще будет отвечать и за эти, тогда ему и помощники не нужны. Конечно, мы общаемся, как прошла тренировка. У нас всегда 3, иногда 4 вратаря. Я занимаюсь дальше то с одним, то со вторым. Я не вижу, как они играют с командой. Спрашиваем, общаемся. И так принимается решение. Не забывайте приобретать книжку о Станиславе Черчесове. Там очень много об успехе сборной России, о его природе. И, собственно, и о Гинтере Систауче тоже. Какой вратарь, с которым вы когда-либо сталкивались, на вас производил самое сильное впечатление? Ну вот, хоть на поле, хоть со стороны его наблюдали. Какой вообще коллега? Ну, когда я начинал только, мне очень... нравился Дзенга, итальянец, да. И Прюдом, бельгиец. Дзенга был очень техничным, спокойным, а Прюдом прыгучим, быстрым. Но сейчас смотришь больше своих вратарей, а так из новых, ну, Терштеген неплохо играет вот под то, что ты сказал, Алис Кёнин, вот он подходит под эту. Вы же должны были поехать в Дортмундскую Боруссию чуть ли не вместо Йенса Лемана когда-то. Позвонили с Дортмунда и сказали, что мы не знаем, что будет с Леманом. То он хочет уходить, то он хочет то он хочет это. И ну, говорит, чтоб спокойно было, мы сначала хотим как номера 2. А если он уйдет или нет, тогда уже можешь стать номером 1. И вас это как-то не прельстило, так я понимаю? Не, почему? Меня клуб не отпустил. Дуйсбург не отпустил. 5 миллионов просили. В те времена просили 5 миллионов. Ни один клуб не мог такого дать. А мы немножко походили по Инстаграму и нашли фотографии вашего сына. Эффектные фото. Видно, что со вкусом человек работает. Он, я так понимаю, фотограф профессиональный, правда? Он не профессиональный, он этим занимается. Но самое интересное, что все думают, что это я. А, и что все... это вы свободное время. И все пишут, когда ты успеваешь по лесам бегать, там еще ты же в Москве, и вдруг в Литве находишься через день. Сын не профессиональный фотограф, он... занимается этим, старается, может быть, им стать, и видно, что есть у него талант. Сам личный вопрос хотел задать. Я успел в 2006 году побывать на стадионе Жальгирис. А сейчас, я так понимаю, арены уже давно нету. Вы там когда были на том месте последний? Уже снесли, там стоит гостиница. Вы когда были на этом месте последний раз? Какие-то мысли пришли в голову ностальгические? Последний раз я был в 2013 году, еще снял фото, как выглядит стадион, и потом поехал в Германию к своему бывшему тренеру с Галатасарая, и еще показал вот эти снимки, как у нас выглядит центральный стадион. Там на поле была трава выше меня. Но уже, я так понимаю, он уже все был готов, был пацан. Он уже, точно не знаю, с какого года он уже был недействительный, просто стоял и все. Поскольку я звоню вам из Петербурга, у меня люди, когда узнали, что я буду с вами разговаривать, сказали, а спроси-ка ты про матч «Зенит-Спартак» 92-го года. Ну, в Питере же очень ценят победы над «Спартаком». А тогда «Зенит» был уже практически готовился к вылету из высшей лиги, приехал «Спартак» почему-то не основным составом. Кстати, Станислав Саламович почему-то не был тогда в Петербурге. Хотя и приехали вы, по-моему. Моя первая игра в российском чемпионате. И что, вы это вспоминаете? Конечно, вспоминаю. Первый раз это всегда в памяти остается. У одних бывает дебют хороший, у других бывает не очень. А я помню, на эту игру выходил с таким настроем, что я сейчас покажу все, что я могу. Это будет лучшая моя игра в жизни, вау. Потому что я столько ждал и такой шанс. И видно, как всегда,
в таких ситуациях или перегорел, или то слишком был в себе уверен и хотел показать, что я уже все умею, все могу. Вы, да, а партнеры? Кроме вас на поле был еще 10 человек. Первый гол-то был после моей ошибки. Мяч отскочил от рук, хотя удар не был сильный, не в самый угол. Я отскочил, и на добивание добили. Это мой гол. Но зато ваше терпение и ваш перфекционизм привели вас снова на этот стадион. Я 26 лет, когда вы обыграли там сборную Египта. Сборная России выиграла у Египта. Вы уже выглядел совершенно по-другому, зрителей там было больше, и результат был совершенно другим. Ну, поскольку мы сейчас будем часто друг друга поздравлять с тем, что было в ближайшие, видимо, месяцы, я еще раз вас благодарю за разговор и поздравляю с победой на сборной Египта, которую недавно российские телезрители снова увидели уже не в прямом, но в эфире. Спасибо. Мы рассчитываем, что наш проект «Не один дома», который принадлежит издательскому дому «Спорт день за днем» и сайту sportsdaily.ru, позволит решить вот эту неожиданно свалившуюся проблему одиночества. Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Спорт день за днем» в YouTube, ставьте лайки, комментируйте и, кстати, присылайте свои пожелания, кому бы хотели, чтобы мы позвонили в ближайшее время.